Пошла запись? Вроде пошла. Всем привет! Гляньте, какая погодка. Ну вот если... Ва, вот вдаль хорошо видать. Вернее, хорошо видать, что ни хрена не видать. Вон там фары появились. Это всего лишь перекресток у нас. Метель метет, не видно ни черта. И хотелось бы похвастаться то, что нашел недавно для себя. Это дворники такие специальные. Одноразовые, ну как, они не одноразовые, они на все машины подходят, они как-то цельносиликоновые и вытирают очень хорошо. Вот, например, это цельносиликоновый какой-то там, весь из резинки, какой-то мягкой, она не замерзает практически даже на морозе. Там под минус 35, там все равно остается гибкий. А это вот как раз тот родной составной. Вот он. И вот видно, как раз оставляет он всякие непротертости. А этот вот ровненько. Хорошо чистит. Еду сейчас на работу. Вызвали другую. Это я вот отъехал от коммунальщика. Я еду на другую. Что-то опять с кассами там случилось. Вот приходится постоянно носиться, проводить какую-то речь. Не, ну я ношусь не постоянно. Ну, как бы поднакапливается, что надо уже 3-4 точки проехать. Тогда раз, поехал, сделал. А если каждую бегать, каждую поломку, их она сегодня появилась, поломка, завтра прошла, сегодня появилась, там, завтра прошла, месяц никто меня не дергает, например, ну, по одной точке. Но так как их тут штук 20, то постоянно что-нибудь вылетает. Вот меня, походу, уже ждут. Ну, по сути, я доехал. Так, ничего, снег чистят. Вот сюда мы сейчас... Впихнем свою бритвочку. Да, да, хорошо. Выйти смогу, блин, выйти не смогу. Ну ладно. Ну вот. Видно сейчас хорошо, что вот в этом месте не протирает. Даже если водичкой побрызгать. А тут идеально просто. Он стоит 260 что ли рублей. Берется он по размеру. То есть свою прикладываешь, сколько было. Там то ли у меня 53, то ли 51. Раз-раз тетенька подобрала, тут же поставила, есть переходнички всякие, то есть под такую, под иномарку и под жигуляку. И все, надо второй, короче, покупать. Сейчас вот вытащу, вот, сейчас вот хорошо видно, он вот этот вот цельный. Прям с силиконом полностью берешь, ставишь, все, готово. А тот вот надо выбрасывать. Или силиконку менять бы, она стоила рублей бы 60, там 80, не знаю точно. И ездить. Потом он все равно вот намерзает вот в этом вот месте, он все равно потом не это. Мужик смотрит, отъехать хочет. Все равно он становится неподвижный. А это резиновый кусок. Он постоянно работает. Прижимает по всей плоскости хорошо. Ну вот такой вот. Ну, для себя открытие сделал. Не знаю, может кто-то и давно уже пользуется и скажет, что ты что, Леха, прошлый век. Ну вот, я поставил где-то месяц назад всего. Ладно, пойду поработаю. А, для работы приходится брать вот такую клавиатуру. Это комбо называется. С флешечкой. Главное самое, не забыть вот эту флешечку. Плохо, что вот в этой клавиатуре нет куда ее воткнуть. Чтобы раз с ней перенес. Вот такая клавиатурка. Стоит 1500. Ну да, воду с собой возим. У нас вода не питьевая идет со скважины. Может, чуть-чуть сниму сегодня